Старые, отслужившие свой век тополя, уже к июню уступят место новым посадкам. При этом зеленый фонд Ленинска только выиграет. С городских улиц исчезнет всего около 150 деревьев, а появится почти в 10 раз больше. Будем максимально сохранять существующие благородные породы деревьев, не такие, как тополя. Тополя, естественно, вы уже видели, мы все убираем, выкорчевываем. И будем садить благородные породы деревьев, такие как елки, березки, рябинки, липу. Там, где у нас есть липовые деревья, липы растут, мы будем подсаживать липы, восстанавливать березы, березы. А в местах, где у нас нет деревьев, где были тополя, будем производить новые подсадки деревьев. На выезде из города, где мы убрали по улице Пирогова, где мы убрали тополя, в связи с тем, что болотистая местность и как бы тополя нужны, мы решили посадить пирамидальные тополя, поэкспериментировать в нашем городе. Высадка молодых, но уже сформированных деревьев станет своеобразным завершением благоустройства газонов, которых вдоль главных улиц города тоже появится немало. Мы каждый субботник по газонам стараемся ворошить снег, рыхлить его для того, чтобы быстрее сошел снег, как бы и уже необходимо в конце апреля. Мы уже выйдем с первые виды работы будем производить. Будем посмотрим, где произвести подсыпку газон травы, где она просела в зимний период. Обработаем ядохимикатами для того, чтобы у нас не было сорняков. И потом уже будем сеять траву. Кроме одиночных крупномерных деревьев у административных зданий, разнообразие цветовой гамме Ленинска придадут групповые посадки деревьев лиственных и хвойных пород между домами. Завершат зеленый ансамбль живые изгороди из можжевельника, сирени, клена, бадана. Эти кустарники высадят на проспектах Кирова и Ленина и на улице Шевцовой. А пока озеленители активно спиливают и выкорчевывают старые тополя. Остальным деревьям тоже придадут свежий и ухоженный вид. На сегодня новая крона сформирована более чем у 3000 деревьев.